Вот, и люди нас поддерживают. В дальнейшем мы хотим пообещать вам, что мы будем делать все возможное, чтобы в следующий раз мы достигали еще больших результатов, мы будем готовиться, мы будем работать над этим. И мы хотим, чтобы мы все воспитывали настоящих патриотов, патриотов Украины и нашего города Николаева. Ну, прекрасно все говорит.